ветер злых перемен, тебя уносит, не оставит мне даже денег взамен. И он не спросит, может быть, хочу улететь я с тобой, желтой осенней весной, и ты до синей мечтой. И меня с собой, я приду сквозь злые ночи, я отправлюсь за тобой, чтобы путь мне не пророчил. Я приду туда, где ты нарисуешь в небе солнце, где разбитые мечты обретают снова силу высоты. Сколько я искала тебя сквозь года, в толпе прохожих думала, будешь со мной навсегда, но ты уходишь, ты теперь в толпе не узнаешь меня, только как прежде любя, я отпускаю и меня с собой. Нашел клад, короче. У него тоже резина зубастая, это походу для этого леса сделано. У меня раньше этот был гладкий асфальт Сочи Адлер 200 ехал, сейчас у меня этот, как его там, ну зубастый, короче, как у трактора. Это походу что-то ваша тема. По-братски давайте подъезжайте вместе, тут покатаемся, у меня тоже такой. Все, давайте, пацаны, 5 минут жду, будете, да? Все, давайте, пацаны, аривидерчи, увидимся. Все, сейчас пацаны приедут, покажем, как надо на самом-то деле. Эй, мой, как тебя вообще называть-то? Мото Рэмбо, короче, Мото Рэмбо здесь написано. Это 250. Это что 250? 250, походу, едет Мотолен. Ладно. О, все, уже 5 минут прошло. Сейчас пацаны приезжают, походу. А, вон они, вон они. На чем едем? Это детский, братан, движение детский. А, давай следующий. Вот это нормальный, наша школа. Красавчик, волк, тигр, убийца по жизни, в тюрьму скоро сядешь. Ты что, новичок, что ли? Шахризад, блядь. Ну, пацаны молодые, опыта мало. А так нормально. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. Всем здорово, ребята, с вами как всегда я, Самуил Пащан. Сейчас мне в лицо светит солнце, это знаете, что означает?
то, что нужно поставить лайк обязательно под этим видосом, потому что лайков в последнее время что-то маловато. Хотя, как вы видите, по началу этого видоса я достаточно много стараюсь и пытаюсь вам показать реально хороший контент. Надеюсь, вам понравился такой небольшой сюжет. Буду стараться почаще такое делать, если это вам нравится. Если это вам нравится, пишите в комментариях и давайте наберем 7000 лайков под этим видосом. Сегодня, короче, покатушечка на Мотоленде. В прошлом видосе я вам рассказывал про него. Если вы его еще не видели, то он перед этим видосом. Залетайте на канал, смотрите. Вот предыдущий видос. В такой прекрасной местности сегодня будем кататься, ребята. Сейчас я позвал пару питбайкеров, чтобы вам было интересно. Сравним. Ну как сравним, покатаемся. Эндурик 250 кубов и питбайки там разные, 125-ки, 140-ки. Сейчас будем с ними гонять. Пацаны, погнали! Finally! Короче, ребята, эндурик почти так же весело, как и питбайк. Вот сейчас с питбайкерами катался. Волк. Сделал контент, красавчик. Пацан там, не знаю, месяц, наверное, катается на питбайке. Купил себе бэушный КВ-125 и гоняет. Так что обязательно подписывайтесь. Дальше у нас будут крутые тусовки вот с этими пацанами. Мы будем собираться, но у нас еще раз в 10 больше, короче. Там сколько реально можно человек собрать, которые сейчас катаются? Вот всех. Человек 16, короче, ребята. Если прям у всех получится, то примерно столько нас сейчас и собралось. Так что обязательно подписывайтесь. И в следующих выпусках будет крутая покатушка, а может устрою прохват. И мы будем гонять! Это Артурик. Всю дорогу, братан, ехал на заднем. Вот это, здесь что за преграды, братан? Мотолен дайте, братан. Вот, видишь, любую гору здесь покажи, вот так. Мы поняли. Кстати, досматривайте этот видос до конца, потому что в конце видоса мы замерим максималку Мотоленда 250 кубов по GPS. По приложению на телефоне, может, спидометра на нем нет. Вот, замерим максималку, я думаю...
Сколько у вас ставки, пацаны, максималка, сколько будет у Мотуленда? По одному, первый. Сколько максималка будет? 100 максимум. 100 максимум. 130. 100, что, 130? Арианчик, а столько вы, братан, звезды? Дай за руль, сяду. 110? 117. 117? Братан, 112, там 115 максимум. 115 поедет, я уверен. 130. Вот, я думаю, поедет где-то максимум 110. Ну, может, 115. 100-500. Сейчас посмотрим, короче. Ну, сейчас звезды, если что, поменяем резко, 200 поедет, а так, куда ты едешь? Воу, воу! Короче, мы решили сделать гонку 125 кубов против 250. Увидите разницу между питбайком и эндуриком. Просто ради интереса. Понятно, что эндурик выиграет, но все равно, чтобы увидели разницу. Погнали! Кайо 125 против Мотоленд 250 кубов, 172 мотор, X3 Lux Factor Edition. Сами все видели, сейчас будет 140 кубов против 250, может разрыв будет поменьше. 140-ка, кстати, это новый GRX, вот такой вот питбайк, мало кто про него еще снимал, но сейчас посмотрим, на что он способен. И на что способен этот движок 140 кубов, вот он владелец. Пацаны, по-моему, будет дождь. Короче, ребята, настал тот самый миг. Сейчас закрепим спидометр на руле этого, точнее, мой телефон на руле этого мотика. И замерим максималку. Будем ехать вверх, так как это более безопасно. И смысла нету ехать вниз, вверх, по прямой, потому что мотор мощный. Он что вверх раскручивается, что вниз. Я считаю, этой дистанции вполне достаточно. Сейчас мы это сделаем. Так что обязательно, кто еще лайк не поставил, влепляйте, и мы начнем. Так, ну что, ребята, спидометр на месте. Вот таким вот колхозным образом вроде держится. Телефон почти как мотик стоит, надеюсь, не отлетит. Сейчас будем замерять. Дождь капает очень сильно уже. Спидак вроде работает, надеюсь, не соврет. Ну что, погнали? By the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout, fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in the time. Что-то фигню какую-то спидометр показывает нереальную. Ну сейчас вот побольше прямая, все равно буду вверх. Вниз сейчас тем более опасно разгоняться. Только дождик начал моросить, дорога вся скользкая. Попробуем вверх. God is working, never stop searching. Never quite so thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic. Since I was a boy, so neurotic and chaotic. Так, максимальная скорость 93 км в час, которая у нас сегодня была. Вниз соточку, я думаю, поедет, все равно не до конца раскрутился. Я думал, мочи хватит, но чуть-чуть поошибся я чуть-чуть. Ну, нормально. Соточку, короче, едет примерно. Реально, передача не раскрутилась вверх, но сейчас опасно прям. Потом еще в следующих выпусках замерим. Будем считать, что примерно соточка. Еще есть погрешность спидометра. Многие говорят, что он показывает меньше, чем есть на самом деле. То есть они знают, что их мотик ездит 110 примерно. Они с машинами типа встают. А по GPS он вот на километров 15 может меньше показать. Я не знаю. Как есть, так и есть. Едем дальше.
freedom is priceless. Spread just like a virus, living in a crisis. Do you feel courageous? Do you see grace? Нихуя себе, блядь. Пацаны, давайте ставки, сейчас скажите, не смотрите, сколько он поехал вверх и сколько вниз, но так скажу, что немного, подсказочка. 100. 180. 108. Вверх он поехал 93, вниз он поехал 106 километров в час. 106 километров в час вниз, но он мог бы поехать через 110, просто вибрация сильная, я уже не начал нажимать. Поехали, встанем. А знаете, что самое интересное? Я говорю, дорога скользкая, сейчас вниз не буду, я просто вниз еду, короче, и просто автобус обгоняю, гоню, но я там смотрел, чтобы по бокам ничего не было, и просто не сдержался, все равно замерил, короче, 106 километров в час, ребята, будете знать. Короче, ребята, максимальная скорость получилась 106 км в час, как я и сказал чуть ранее. С вами был Самуил Пащан, команда SkyFormSet, подписывайтесь на канал. Короче, ребята, основная камера села, продолжу на GoPro-шку. Не знаю, что там записалось или нет, но ссылочка на все мои соцсети в описании. С вами был Самуил Пащан и команда SkyFormSet. Максималка мотоунда 106 км в час. Артур, пока! Артура, поздравляю, подожди пока рано. 7000 лайков набираем, и выходит следующее видео, которое тоже будет очень интересное. С вами был Самуил Пащан. И остальные пацаны. Нет, с вами был Киев. Всем пока, увидимся. 7000 лайков.